продолжит поддержку Хизбуллы и Ливана. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи во время делового визита в Бейрут. На встрече с исполняющим обязанности премьера Ливана он заявил, что Тегеран готов предоставить все необходимые средства, включая военную помощь, если ситуация на поле боя этого потребует. Иран также поддержит усилия по прекращению огня в Ливане на условиях соблюдения прав жителей этой страны и одновременного прекращения огня в Газе, отметил дипломат. Мы поддерживаем усилия по прекращению огня в Ливане при условии сохранения прав ливанского народа и одновременного прекращения огня в Газе. Мое присутствие в Бейруте в эти трудные времена, когда столица постоянно подвергается бомбардировкам со стороны Израиля, является лучшим признаком того, что Иран продолжает твердо стоять на стороне Хизбаллы и будет продолжать поддерживать жителей страны.